По утверждениям правозащитников, в России наблюдается тенденция пропажи трудовых мигрантов, в частности, выходцев из Таджикистана. Причем это происходит в момент задержания или же после вызова в отделении полиции. Российская полиция в ответ на обращение близких отрицает факты задержания или вызова в полицию пропавших людей. Об этом пишет Радио Зади. По словам защитника прав трудовых мигрантов Каримджона Йорова, лично он оказывает помощь родным и близким около 20 пропавших без вести таджикистанцев, которые заявляют о том, что их близкие вот уже как год-два исчезли после их вызова в полицию или задержания. Российские власти в ответ на такие обращения либо занимаются отписками в стиле «мы рассмотрим ваше заявление», либо категорически отрицают факт задержания исчезнувшего мигранта. Житель района Хамадани Хатлонской области Мирзо Зарифов разыскивает с 2017 года двоих своих братьев. 37-летний Усман Зарифов и 29-летний Бабохалил Садулло были задержаны 13 и 14 июня 2017 года в районе парка Солнцева города Москвы. Через два дня после задержания братьев по запросу российских властей были опрошены их родственники в районе Хамадани, но больше никаких сведений о судьбе задержанных не имеется. Российские власти, как и таджикские, заявляют, что им ничего не известно о задержании. По мнению правозащитника Йорова, пропажа мигрантов превращается в обычное явление. Больше всего таких случаев происходит в городах Московской области. Власти отвечают, что мы не задерживали, или говорят, что после допроса задержанные были отпущены. Некоторые из них сообщают о себе из тюрьмы, но от других вообще нет никаких вестей. В последнее время появились слухи, что якобы ФСБ имеет специальные тюрьмы, куда доставляются иностранные граждане, подозреваемые в связях с террористическими организациями, говорит Йоров. Вот вам бумажка, заявление. Объяснение. Также юристы отмечают, что власти должным образом не ведут поиск пропавших мигрантов. При этом в представительстве Министерства труда, миграции и занятости населения Таджикистана в России подтвердили, что к ним ежемесячно поступает по несколько заявлений о пропавших мигрантах.